Итак, у нас следующее упражнение – подъем штанги на бицепс, и мы будем выполнять по методике 21 повторения. Андрей сейчас сегодня все будет нам показывать. И опять же, ребят, мальчики особенно, кто у меня тренируется онлайн, это будет все для вас, потому что в следующих тренировках у нас будет это упражнение. В чем заключается суть данного метода? Данный метод предполагает подъем штанги на бицепс в трех фазах. Первое – от середины до верхней точки, потом в полной амплитуде и потом с нижней точки до середины. Сейчас Андрей все покажет. Раз, два. Это первая фаза. Середина, Андрей, середина. Не опускай низко. Это 4, 5, 6, 7. Теперь полная амплитуда. Раз, два, три. Молодец. 4, 5, 6, 7. И теперь третья амплитуда. Раз. Локти вперед. Назад не уводи. 3. 4. Так высоко не поднимай. 5. 6. Вот так. Супер. Хорошо, ребят. Я думаю, девчонки все запомнили. Андрей, помаши друзьям нашим. Е-бой. Yeah,